Не знаю точно, но... Может быть, это про искусство. У меня было странное подозрение, что ты скажешь об этом. Однако, не расстраивайся, если не получится, потому что президент очень занятой человек. Но это понятно. Отправился в следующем отъезде, или он уже знает. Я ему сказал, когда он звонил вчера. Он, небось, очень гордится тобой. Эй, Джефф! Эй, разве это не Кейси с Лисой там на поле? Так, давайте, две линии должны строиться отдельно друг от друга, понятно? Эй, погоди. В чем дело? Я видел тебя с Лисой во время тренировки, и что? Я ведь здесь с тобой. Ну, то есть, я ждал тебя. Послушай, Лиса — это Лиса, а ты — это ты. Что это еще означает? Но мои отношения с тобой совершенно отличаются от отношений с ней. Ты с ней спишь? Послушай, я не пытаюсь ничего у тебя свалить. Я тебе с самого начала сказал, что я... не моногамный парень. Ну, кончай, Натали. Ты мне нравишься. Я же тебе говорил об этом. Я знаю. Я знаю, что ты сказал мне, что ты спал со многими девчонками. Однако ты не встречался с ней, когда мы только начали встречаться. Не встречался. Все это время? Послушай, Натали. Все на самом деле никак не изменилось. Послушай, мне наплевать, что ты делаешь. Главное, оставь меня в покое. Вот и все. Уходи, Джефф. Ты все знал, не так ли? Почему же ты не сказал мне? Почему все так? Послушай, ты ему очень нравилась. Я это знаю наверняка. Ну же, моя дорогая миледи, позвольте вам приготовить что-нибудь вкусное. Как насчет молока с помидорами? Ну да, есть у меня друг, который играет в бейсбол, может быть, ты его знаешь. Нет, зовут его Зюк Нутсон, ну да. Ты когда-нибудь видел нижнее белье, которое он рекламирует? Нет. Нет, да, поверьте, могу бы, это очень классно. Да, спортивные такие шорты, ну да. Классно вообще у него имя, Натали. Послушай, мне очень жаль, что я тебя обидел, но... Мы можем просто как-то во всем этом разобраться. Послушай, Натали, что если я тебе позвоню немножко позже? Нет. Я так не думаю. Почему? Нет, Coca-Cola.